Дружба с физкультурой и спортом помогают людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя более уверенно и нарабатывать хорошую для них форму. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на престижных соревнованиях открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе «Лидер» состоялись соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и общими заболеваниями в рамках 7-го этапа спартакиады. В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из 13 муниципальных образований Краснодарского края и из города-героя Керчи от Республики Крым. На торжественном открытии спортсменов приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Я хочу выразить вам самые искренние слова благодарности, что вы занимаетесь различными видами спорта. И у вас такая сила духа, порой она поражает, она безгранична. Поэтому я желаю вам спортивных побед, достижений, мирного неба и всего самого доброго. Председатель общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Виталий Козырев поблагодарил участников спартакиады за увлеченность спортом и стремление к преодолению трудностей. Он отметил, что в Славянске на Кубани созданы отличные условия для престижных состязаний. В Славянске у нас один из основных этапов. Мы с 2018 года проводим, у нас уже много муниципальных образование поменялось, особенно в этом году. Очень много новых муниципальных образований, где мы проводим этапы спартакиады. Но Славянск для нас не изменен, потому что и приятно работать здесь, и люди приятные, и всегда очень на высоком уровне проходят встречи и соревнования. Но, естественно, для людей это праздник. Для людей это большой праздник, потому что не так много, скажем, такого уровня соревнований. Керченские спортсмены не в первый раз приезжают на эти соревнования, чтобы побороться с другими участниками за победу и найти новых друзей. Уже третий год принимаем участие в двух дисциплинах – шахматы и настольный теннис. Нам очень нравится. Во-первых, мы приезжаем в новое место, каким для нас является Краснодарский край. Новые спортсмены, новые участники. Для нас это всегда очень волнительно. И мы бы хотели, чтобы все это продолжалось. Наш муниципалитет был представлен весьма достойно. Славянские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья имеют все необходимое, чтобы тренироваться и поддерживать хорошую форму. Мы тренируемся вторник, четверг, суббота. По 2-3 часа каждый день, эти дни. И я еще тренируюсь в юности. У меня свой тренер. Они подготавливают меня специально. К каждому сопернику я подготавливаюсь. Соревнования прошли на высоком уровне. Всего было разыграно 10 комплектов наград в различных категориях. По итогам состязаний славянские спортсмены выступили успешно. В активе команды 10 призовых мест, 3 первых, 2 вторых и 5 третьих. Победители и призеры были награждены кубками и медалями. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».